Штукатурные работы в коттеджах, как правило, начинаются сверху вниз, то есть со второго этажа пошли на первый и потом на цокольный этаж. И вот мы с вами на втором этаже, у нас готов потолок. Вы посмотрите, то есть вот эти отсветы, это отсвечивает от лампы, то есть потолок настолько гладкий, настолько идеально заглянцованный, он просто как мрамор, просто монолит. Потрясающее качество. Сейчас перейдем с лампы в другие комнаты и посмотрим, что у нас сделано там. В соседней комнате у нас тоже готов потолок. Это гипсовая смесь. У нас везде установлены маяки, поклеена сетка, подготовлены откосы. Здесь они, напомню, очень сложные. Следующий этап. Начинаем задувать стены. И в соседнем помещении у нас тоже уже готовый потолок. Посмотрите, тоже не видно, где стояли маяки. Потрясающе. То есть настолько идеально гладкая глянцованная поверхность. Просто бомба. Также подготовлены откосы, проклеенные сеткой. И вот мастер по лазерному нивелиру ставит маяки. Самое большое помещение на втором этаже. Здесь уже тоже готов потолок. Подготовлены стены. Подготовлены откосы. Работы выполняем смесью техник. Это аналог волны. Смесь, в общем-то, довольно-таки интересная. Нам она понравилась. Будем задувать стены и делать по шаблону колонны. Здесь у нас на столе вот лежат заготовочки. Вот по таким лекалам мы вырежем шаблоны и будем делать откосы.